Субботние прямые телефонные линии продолжают работу. В Лидии на этот раз обращение жителей региона принимал заместитель председателя райисполкома Виктор Пронюк. Звонков поступило немного, и среди них не было остро стоящих проблем. Хочу отметить в первую очередь резкое снижение количества звонков в Лидский районный исполнительный комитет. Если ранее звонков было значительно больше, то на сегодняшний день у меня на прямой линии было всего лишь 9 звонков. Причем эти звонки касались мелкого благоустройства, которое, в принципе, люди могли бы сами сделать у себя дома. Где-то подремонтировать лавочку, покрасить тот или иной элемент, выкосить куст. Конечно, это все сделается силами ЖКХ, но отнимет достаточно много времени, то, что можно было бы сделать очень быстро. Поэтому всех граждан еще раз призываю обратить внимание на свои приусадебные участки. У нас впереди осень, момент сбора урожая, приведение земли в порядок. Поэтому как город, так и район будут проводить субботники, посвященные благоустройству земли. Поэтому и лидчане привлекли бы все свои силы и ресурсы для того, чтобы навести порядок на приусадебных участках, на своих дворовых территориях. Это очень хорошо, потому что наш город красивый. И вот звонили на прямую линию, отмечали, что друзья, приехавшие из Российской Федерации, отмечают красоту нашего города. Хочу напомнить, что у нас буквально скоро будет празднование 695-й годовщины нашего города, пройдет крупный фестиваль. И, конечно, хотелось бы, чтобы город был с чистым лицом, с чистыми улицами, с чистыми подъездами. Поэтому это и волнует наших горожан. Кое-где дворники не домели территорию, где-то не убрали подъезды. Вот это все звонки, которые сегодня были на прямую линию. Один звонок также был интересен тем, что частный предприниматель из другой области решил переехать в наш город на постоянное место жительства, интересовался условиями ведения бизнеса, насколько удобно и хорошо это для него. Его интересовала сдача в аренду наших зданий и сооружений, также бетонного покрытия. Он планирует привести ряд игровых комплексов, которые будут использоваться для активного отдыха лидчан.